Приветствую всех зрителей на канале. Привет, подписчики. Сегодня рассмотрим Nike Air Max Noma. Ретро-модель, переиздание которого было в 2010 году. Модель создана в сотрудничестве со звездой MLB, что в переводе главной лигой бейсбола, Хидео Нома. Игрок родился в 1968 году в городе Осака, Япония. Известен спортсмен как ловкий пинчер. Спортсмен стал первой японской бейсбольной звездой, игравшей в главной бейсбольной лиге Америки. Выступал за такой клуб, как Лос-Анджелес Доджерс. Значит, язык, кроссовка выполнен в сетчатом материале. Внутренняя часть языка имеет широкую резинку, которая соединяется с внутренней подкладкой кроссовка и придает большую плотность. Значит, свуш на языке выполнен в ретро-стиле. Также на языке есть петля для подтягивания. Внутренняя подкладка мягкая, также выполнена в сетке для хорошей вентиляции кроссовка. Верх модели у нас комбинированный, выполнен он из нубука, это разновидность кожи. Также верх выполнен в синтетическом сетчатом материале. Он очень плотный и также хорошо вентилирует ногу. Свуши по бокам светло-желтого цвета, выполнен из резины. Также очень интересный, значит, интересный на свуши обводка, такая тоже прорезиненная. По всей площади кроссовка. Значит, на заднике свуш также Nike. И также находится петля для подтягивания. Хорошая широкая петля. Вот. Система воздушных подушек, как и во многих Air Max'ах, расположены в носочной и пяточной части кроссовка, что придает хорошую амортизацию и мягкость при занятии спортом либо прогулкам. Подошва с вафельным рисунком для лучшего сцепления с поверхностью. Также на подошве имеется свуш Nike, надпись Nike и рисунок бейсбольного мяча. Носить рекомендую весна-осень. Они такие плотненькие, хорошие, крепкие кроссовки. Ценовая категория 10 тысяч. Отличная универсальная ретро-модель. Одни из первых кроссовок Nike, которые имели большой успех за пределами легкоатлетической арены.
были и остаются популярными в наше время. Прекрасная модель. И модель также для разнообразных видов спорта. Она считается универсальной. В ней можно заниматься бегом, баскетболом и вообще чем угодно. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.